Вітаю вас, маленькі сябри, у нашим веселым садку. Ой, привітання, пан директор! Привітання! Рятуйте нас, пан директор! Что здарылося? Няма часу рассказывать, няма! Ой, питання життя! Юзик, ховаемся! Не выдавайте нас, пан директор! Ну, чим справа? Не разумею! Стойте! Не разумею! Ховаемся! Так. Что это было? Привітанне, пан директор. Привітанне, Казик. Их тут нема? Гледзячы, кого ты маешь на увазе? Будучих чемпионов. Их тут нема? Чемпионов тут докладно нема, пакуль. Че ж яны схаваліся? Здаецца, беглі ў гэты бок. А, дарэчы, пан директор. А дзе ў нас знаходзяцца усялякія прылады да фізкультуры? Розныя гантэлі, скакалкі, мячыкі. Вы не падкажаце? А вось гэта з задавальненнем падкажу. Малайчынка, што хочаш пазаймацца спортам? Не, пан директор. У мяне значна цікавейшы план. Я хачу стаць супертренером. Ух ты! И тренировать сапраўдных чемпионов. Ух ты! А яны адмаўляюцца. Мы не адмаўляліся. Але ж нас ты зусім заганяў. Да. Подумаешь. Ну, побегали пару кружков. Ну, поприседали. Ну, подскакали. Гэта ж дзеля рекорду. Трэба тренироваться увесь вольный час. Я ведаю, что говору. У меня все различено до хвилины. Так, побегли. Тренироваться, Касичек, але без перапынку. Ты нам нават пить забаранил, каб час не гублять, звер. У мяне своя система. Я ее подглядел по телевизору. Так, цікава. А что за система, Касик? Я так ладно не ведаю. Я гэтую передачу не от початку глядел. Там и плывучи, потом на ровер гоняют, а потом бегут без перапынку. А, ну теперь мне зразумело. Гэты сур'ёзны вид спорту называется триатлон. Нават не каждый падрыхтаваны спартовец одолее такие выпрабаванні. О, чул, Казичек, ты нас не шкадуешь, только про рекорды думаешь. Ну, а я вельми стамился, и зараз у меня моцно болит нават уши и волосы. Казичак, треба прислухаться до своих сябров. Быть тренером – это не подпрадковывать людей, а разом с ними поступово, крок за кроком, исти до перемоги. И треба клопотиться про их мотивацию. А что это такое? Я про это николи не чу. Гляди. Матыў – гэта як спружынка, а матывацыя – унутры кожнага з нас. І яна падштурхоўваць нас да чагосьці. Гэта як прыз. Ну, можна сказаць і прыз, можна сказаць і нешта іншае. Вось, напрыклад, ты дзеля чаго сабраўся трэніраваць сваіх сяброў? Каб яны сталі чэмпіёнамі. Так. Я трэнерам чэмпіёнаў. Так. И все про нас говорили и познавали на улице. Это чудово, малайчинка. А ты не подумал, что у Нилки и у Юзика внутри есть свои спружинки, которые их подштурховывают? Тренер повинен спочатку разобраться, что важно для их, что допомагает им бегче хучей, что допомагает скокнуть в ушей. О, усе мы розные, и до кожного потребен свой подыход. Ваша правда, я зусім про их не подумал. Пробач мені, Нілка, пробач, Юзік. Пробачаем. Малайчынка, вось і добра. Я все зрозумел. Нілка, Юзік, завтра разберемся с вашими спружинками и станем чемпионами. О, на жаль, так не бывает. Сапраўдные спартовцы, каб досягнуть меты и стать чемпионами, тренируются вельми долго. Что, целый месяц? Не, значно должей. Целый год? Еще должей, мои дороженькие. Ну, не, на такие подвиги я не готова. И мы так само. Ну, пробач, Казик. Але, коли это будет цікаво,
Наприклад, як для пана директора футбол. Ого. Можна й поспробувати. Вядома, гэта вельмі цікава. Да речы, футбол – гэта адначасова і спорт, і гульня. І ўвогалі вельмі многа ёсць разнастайных спартыўных гульняў. Да речы, танцы – гэта таксама спорт. Неверагодна! Ну, вось і добра, што вы гэта зразумелі. А вы, наши маленькие глядачы, дошлите нам, калі ласка, свои спортовые фотоздымки, и мы зразумеем, якими видами спорта займаетесь менавіта вы. И обовязково покажем у наступных передачах. До сустречи у нашим веселым садку!